В Югре закрыли лесопожарный сезон. Учитывая прогноз погоды на октябрь, такое решение приняли члены профильного оперштаба. Напомню, в этом году сезон пожаров стартовал 23 апреля со сгорания в Уральском лесничестве. В итоге почти за полгода специалисты авиалесоохраны Югры потушили 329 пожаров. Огонь охватил 17,5 тысяч гектаров. В 80% случаев пламя вызывала гроза. 19% – это человеческий фактор. С начала этого года специалисты провели 674 рейда и привлекли к ответственности 282 физических и юридических лица. Сумма взысканий составила около 20 миллионов рублей. К слову, подготовка к пожароопасному периоду 2022 года в Югре уже началась.